Этой весной погода дорожникам не благоволит, а сделать предстоит много. Причем к запланированным на этот год объемам работ по программе «Безопасные и качественные дороги» добавилось исправление дефектов, выявленных на прошлогодних отремонтированных участках. Недавно их обследовала комиссия СИБ Управтодора. Среди основных замечаний – разрушение вырубок, которые делались во время взятия асфальта для лабораторных исследований. После забора проб их толком не закатали. Условно, значит, бросили лопаты, притоптали ногой, естественно, все это выкрашилось. Сейчас в местах вырубок, забора вырубок. Там провал. Есть моменты, где уже пошло превышение уровня колодца над проезжей частью, что тоже недопустимо. Значит, и наиболее, так сказать, острые нарушения, которые были выявлены в ходе объездов, это улица Музейная. Значит, там уже колейность в районе площади Побед. И в районе музейной 6 колейность уже практически более порядка 8 сантиметров. Это критично, и это необходимо в срочном порядке переделывать. Перечень дефектов отправили подрядчикам с настоянием заняться сначала устранением замечаний на гарантийных участках, потом браться за планы этого года. При этом и их сроки срывать нельзя. Между тем, на отдельных улицах подрядчиков ждут сложности. Например, на Верхнем Редаково, где проходит автобусный маршрут, сделать по ГОСТу заездные карманы и остановки невозможно. Обочины дорог буквально упираются в заборы частных домов. Здесь даже опоры освещения в давние времена установили так, что они находятся на проезжей части. Как говорят специалисты, в теле дорожного полотна. А это недопустимо. Сейчас ищут выход из ситуации. Рядом устанавливают Ростелеком свои опоры, и параллельно, значит, там идут силовые опоры по правой стороне 4 метров. Теперь смотрим техническую возможность согласовать, поставить наши светильники на опоры Ростелекома. Да, Ростелекома. Если мы придем к этому, внесем какие-то изменения, чтобы освещенность не пострадала, потому что эти опоры ниже порядка 2 метров, то будет хорошее решение. И мы демонтируем те опоры освещения, которые стоят в теле дороги. Техника и люди работают и на основных магистралях города. Если на Кирова только началось фрезерование, то на Бардина его уже выполнили на 76%. Выравнивающим слоем уложили 45%. На участке улицы Толбухина цифры, соответственно, 100 и 90. Однако после проверки управление дорожно-коммунального хозяйства работы там остановило. К качеству большие вопросы. Выравнивающим закатывают практически в воду. Уплотнение асфальта никакое, он разрушается под ногой. Уже первые дожди показали, что поймали воду на участке Толбухина, одностороннее движение. Это верхний слой шмана. Верхний слой шмана. Через 200 метров после того, как его якобы укатали. То есть, как пластилин, как глина, берется и выбрасывается. Под ним ничего нет абсолютно. Вышеупомянутый проспект Бардина, оказывается, тоже вызывает беспокойство. Хорошо видно, что выравнивающий слой асфальта уложен на неподготовленную поверхность. То есть скол присутствует непосредственно. Просто тупим убрали весь мусор и грязь и уложили на этот асфальт. Среди претензий к подрядчикам и отсутствие контроля за температурным режимом асфальта. Уложенный остывающим, он в итоге покрывается трещинами. А условия в городе местами и так непростые. То тут, то там выявляют обводнение грунта под дорогой. А на некоторых участках, например, на той же Музейной, на отрезке, который в программу БКД не попадает, еще предстоит выявить, из-за чего образуется провал. На мой взгляд, нам все-таки необходимо проводить скрытие этого участка, потому что за зимний период вот реально мы туда 20 сколов засыпали. То есть идет либо размывание, но не готов сказать. Сам, скорее всего, утечка идет. Не упускать сухую погоду, не отставать от графика и обеспечить качество. Это основные требования к подрядчикам, в том числе на участках, требующих ямочного ремонта. Пока не начались работы на кольцах, к которым, по словам мэра, уже нужно было приступить. А одна из компаний, занятых в ямочном ремонте, вообще еще не взялась за дело. Ей дали 3 дня, иначе управление дорожно-коммунального хозяйства разорвет контракт, а недобросовестный подрядчик попадет в черный список со всеми вытекающими последствиями. Ирина Комардина, Олег Поляков, новости 10 канала.